Ну что же, ребята, сделаем нечто невероятное. Самый простенький пистолет, который можно представить из карандашика, скрытый в руке, но тем не менее стреляющий невероятно сильно. Да, это противозаконно, я думаю. Выстрел. Да, цель поражена. Нам потребуется обыкновенный один карандашик и прищепка белевая обыкновенная. В конце карандашика его приклеим с помощью изоленты, скотча, суперклея, горячего клея, силикона. Без разницы, но все равно будет держать. Легко, просто, быстро и красиво. Дальше нам потребуется вот это вот защитное колечко от бутылочки. Будем цеплять где-то на конце нашего пальца, на последней фаланге. Итак, также клеим сюда с помощью суперклея, пробим. Все, засох, наш пистолет почти готов. Нам нужно небольшую прорезь сделать с этой стороны. Вот так, легостненько лобзиком пиляем. Если нет, то ножиком делаем маленькую углубинку. Нам вполне подойдет. Посмотрите, какая шикарная вещь. Маленькая углубинка готова. Прорезь, все, наш пистолет полностью готов. Что нам что-то не хватает? Ах да, мега супер снаряда нам не хватает для этой поделки. Нам потребуется кольцо от ключей. Если нет, то поберем обыкновенное колечко от проволоки, крутим. Теперь незамысловатым образом крепим канцелярской обыкновенной резиночки и готово. Посмотрите, заряжаем наше оружие, резиночку за ствол, кольцо прищепочку, прячем в руку, и наш пистолетик почти готов. Средний палец, естественно, запихаем в это колечко беленькое, которое сверху прикреплено. Посмотрите, какая шикарная прелесть. Достаточно прищепочку отпустить, и раздается наш выстрел, который поражает простенькую любую цель. Но тем не менее, она наносит довольно неприятный урон. По людям не стрелять. Действительно, резинка крепкая, плюс металлические окончания наносят очень неприятно. Посмотрите, наши стаканчики просто разлетаются, но проще сделать нельзя. Лучше сделать просто невозможно. Я влюблен в это оружие, ребят. Буквально за одну минутку шикарный пистолетик у вас стоит в руке. Ладно, ребят, веселых поделок всем.